В 2012 году титул «Самая большая пицца в мире» получили итальянцы. Пицца Маргарита в диаметре составила 40 метров. На ее приготовление пошло 9 тонн муки. Впечатляет вес и других ингредиентов. 4,5 тонны томатного соуса, 4 тонны сыра моцарелла, 675 килограмм маргарина, 250 килограмм соли, 100 килограмм листьев салата и 25 литров уксуса. Общий вес пиццы составил более 23 тонн. В течение 48 часов 5 итальянских поваров выпекали 5000 фрагментов пиццы. После фиксирования рекорда ее разрезали на кусочки и пожертвовали приютам Рима. В 2017 году представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд самого большого в мире плова на фестивале традиционной культуры «Озбегим» в Ташкенте. Чистый вес плова составил более 7 тонн. Готовили его на протяжении 6 часов более 50 поваров. Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов – 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг жира баранины, 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 килограмм соли, 100 килограмм нута, 190 килограмм изюма, 5 килограмм зиры, 2 килограмма черного перца горошком, 1 килограмм куркумы и 350 литров воды. Паэлья считается национальным блюдом Испании и обычно состоит из белого риса, стручковой и белой фасоли, мяса курицы или кролика и приправы. Это традиционное испанское блюдо было занесено в Книгу рекордов Гиннесса и, конечно же, оно было приготовлено в Испании, в окрестностях города Мараталас. В марте 2012 года усилиями группы друзей был побит мировой рекорд. Около 100 человек трудилось над приготовлением паэльи, потратив 6 тонн риса, 12 тонн куриного мяса, 2 тонны овощей, 1100 литров масла и 275 килограммов соли. Кастрюля, в которой готовилось блюдо, была сделана из корабельной стали и весила более 23 тонн, а ее диаметр был равен 21 метру. На приготовление ушло более 13 часов, и по имеющимся данным, гигантская паэлья накормила жителей всего района. В немецком городе Пильсинг приготовили гигантский гамбургер, который весит больше тонны и претендует на рекорд в книге Гиннесса. Предыдущий рекорд, гамбургер, который попал в книгу в 2012 году и весил 914 килограммов, был побит сразу на 250 килограммов. Вес нового рекордсмена составил 1164 килограмма, из которых более 600 килограмм весила сама мясная котлета, а вес булки составил около 200 килограмм. Над ним работали 300 человек, а наблюдали за процессом около 3500 местных жителей. Ширина гамбургера составила 1.5 метра. Интересно, сколько времени понадобится одному человеку, чтобы съесть этого исполина? Американец Брэд Энрайт угостил посетителей ярмарки во Флориде гигантским хот-догом длиной 30 метров и весом 56 килограммов. На приготовление гигантской булки с сосиской у американца ушло 3 часа времени 40-метровый гриль. Эксцентричный владелец ресторана говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом. Хот-дог измерила специальная комиссия и передала его представителям книги рекордов Гиннесса. После этого он был разрезан и распродан по доллару за кусочек. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!